Yeah.
Я ем и пью, как все живые люди. А как ты пищу добываешь? Обедом. Чего ты смотришь на меня так подозрительно? А того, что сомневаюсь, человек ли ты? А кто же я? По перьям и одежде судя, принял бы тебя за... Но! Только не за птицу! Подходи ко мне, я говорю! Оставь меня! Я силой гигантской обладаю! Гигантской силой? Так значит, я тобой от змея ядовитого спасен? Змея! Змея! Живой или мертвый? Но как ты одолел его? Ты без ружья! Рука моя сильнее ружья его! Ты, стало быть, задушил его? Да! Задушил! Я в жизни не был так силен! Попадем! Ну вот, теперь не попадет! Не смотри! Кто эти дамы? Не знаю, кто они на самом деле. Знаю, что изо дня в день один может птиц моих, но взамен мне плакса хлеб сладкий и финики приносят. Они красавицы должны быть. Не думаю, когда бы они красавицами были, они бы не закрывали лица. Попадено! Ну чем я сегодня провинил, что так и не суров? Тебе впервые королева посылает взамен вина, воды прозрачной. А мне велела вместо хлеба сладкого. Тебе вот этот камень передать. Чего? Я камень должен трыть. А вместо финика ты замолчишь надолго. Скажи, тобой змею убить? А кем же? Мы, юноша, тебя спасли. Тебе царица ночи шлет медальон, а в нем портрет любимой дочери ее. И если, наш юный друг, ты найдешь, что этот образ тебе не безразличен, тогда и счастье ждет тебя, и честь, и почет. До свидания. До свидания, Попадена. Смотри, не отъеди, не пей все сразу. Yeah.
Thank you.
звезды я царицу и Бог. Матери моей, о счастье! Как тебя зовут? Папагену. Папагену? А это имя помню, но я тебя ни разу не встречала. Я тоже тебя ни разу не встречала. Так значит, нежную добрую мать мою ты знаешь? Да, если ты дочь царицы ночи. Я дочь ее несчастная. Но сперва проверю. Глаза от неба голубые. Верно. Он ужасный. Так, правильно. А волосы каштановые. Ну, только руки и ноги. Поверь мне, это я. Чувствительное сердце у тебя в груди. Да-да. Злое сердце у меня. Ну, порой готов себе все пепля вырвать, когда понимаю, что Папагену не имеет Папагену. Бедный человек! Жены ты, значит, не имеешь? Не даже не его. А ведь и мне иногда хочется побеседовать с кем-нибудь по душам. Не волнуйся! Я тебе скоро небо позаботится. Она пошлет подружку, о которой ты мечтаешь! Ты
Wie weit wird's leer, diese Knaben? Da lehn ich mir ins Herz gegraben. Hab ich nicht nun, was bin mit mir? Ist dieser Sinn der Götter hier? Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, das Glücklein und das Das Verfest in dieser Gründe, das da.
Thank you.
Thank you.
Ты как застал меня?
Oh.
просыпаться вас нечасто посещаю. Очень редко. Я легко себе представить. Присядьте мне к тому. Ты знаешь, мне дьявольски надоело. Oh!
Thank you.
Thank you.